Так, огромный привет моим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Это вторая часть нашего видео про наш выходной день. В первой части мы готовили кимчи, корейскую капусту. Ну, в общем, хлопотали. Такие бытовые хлопоты у нас были, домашнее уютное видео. Если еще не смотрели, переходите, смотрите. Может, рецептик вам пригодится. Сейчас, кстати, так очень активно идет сезон заготовки этой капусты, потому что она дешевая и выгоднее заготовить, чем потом покупать. Ну, это если сразу, если много. Вот, мы немного, но надо еще купить, пока дешевая капуста. В общем, ну, наверное, не всех интересуют эти домохозяйские вопросы. У нас первые дни похолодания, наконец-то лето закончилось и резко перешло в такую лютую осень, я бы так сказала. Лютую, потому что холодно, в ночь сегодня было ноль. Спала под тремя одеялами, уже говорила в предыдущем видео. Сейчас идем гулять, не знаю, насколько нас хватит. Вот три кофточки пододела под такую тонкую куртку. Так, знаете, было бы классно пуховик нацепить и уже идти, и не париться, и не мерзнуть. Ну, как-то рановато, люди пока немножко стесняются. Хотя некоторые по вечерам сидят уже в каких-то теплых куртках, ну вот... Пока всем немножко мерзнут и стесняются, думают, ну какой пуховик, пока еще рано. А так, знаете, уже хочется прям. А ветер прям уши щиплет, не то слово. Мы вчера выходили в магазин, прям не щадит ухи. Пойдемте посмотрим, что за погода. Так, ну что, смотрите, погодка отличная, солнышко светит. В тени холодно до ужаса, уши отмерзают и нос. А так на солнышке очень даже приемлемо. Ну, конечно, уже осень-осень, прям такая, как будто бы глубокая осень. Хотя все зеленое, еще не успело пожелтеть. Просто слишком резкий был температурный переход. Потому что какого-то межсезонья практически я не заметила. Можно сказать, что из сарафана, из платьиц каких-то, из футболочек сразу прыгнули в куртки мы. Ой, посмотрите, а что это такое? Кто знает, что это за ягодки такие красные на деревце таком? Издалека выглядело как елочка. Какие ягодки? Интересно, ядовитые какие-нибудь? Ям-ям-ям-ям. А вот ели, как на нашей с вами родине прекрасной. Ели. Ой, мне так нравится вот этот жилой комплекс. Не знаю почему. Каждый раз, когда проходим мимо него, такие какие-то, знаете, приятные чувства. Не знаю почему. Он такой достаточно типовой для этой страны. Поэтому не знаю, что меня в нем цепляет. Может быть... То, что здесь вдоль домов очень много деревьев. Именно вдоль домов, вдоль окон. Видите? Это напоминает наши дома. Обычно у нас рядом с домами в России посажены деревья. И каждый из окошка своего видит крону какого-нибудь дерева. А здесь деревья обычно разбросаны по территории. Да, наверное, это мне и понравилось. Это и зацепило, что тут, смотрите, вот прям под окнами деревья, как у нас. Причем такие большие, взрослые деревья, раскидистые. Вот. Обычно территория жилых комплексов тут хорошо озеленена, но не под окнами, а так разбросана. Разбросано по сторонам. А это прям под окнами. Приятная энергетика. Может быть, место какое-то хорошее. Ой. Груши продают. Тут рядом грушевые сады, персиковые сады, виноградные. Так, не подумайте, что это яблоки. Это корейские груши такие большие и круглые.
Мы любим тут гулять, потому что тут рядом, как я уже сказала, сады самые разнообразные, соответственно, приятный воздух. И что еще? Что еще? Еще дальше там есть зоопарк. Там тоже все очень зелено. Прилегающая территория зеленая. Ну и гора рядом. То есть прям такая благоприятная для прогулок экологическая зона. Так, мы идем на гору сейчас. Сейчас мостик вот этот перейдем. Нам нужна физическая нагрузка. Мы плотно поели. На вечер у нас запланирован пирог с малиной. Надо нагуливать аппетит. Посмотрите, какой красивый вид. Обалдеть просто. Мостик качается. Немного страшно. Вау, красиво! Птички поют. Сейчас будем углубляться в лес. Посмотрим, что там. Тут, смотрите, даже не из чего гербарий собирать. Что за осень такая, я не пойму. Все уже давно ВКонтакте и в Инстаграме своими гербариями хвастаются. А тут не из чего. Это что такое? Представляете, даже в лесу висит объявление, чтобы все маски носили. И все носят. А как же свежим воздухом подышать? Боже, какие настали времена. Ну, сейчас люди пройдут. Можно будет снять маску, подышать. Тут в основном дедушки и бабушки с палочками ходят, спортом занимаются. Поддерживают себя, так сказать, в хорошей форме. То есть не даром, потому что все твердят про долгожительство. Типа, мол, тут долгожители, все способствует этому, медицина, питание и прочее. Ну, видите, труд никто не отменял. Надо трудиться с палочкой и в гору. На спортплощадку спортом заниматься. Тогда и будет результат. Курица куда-то побежала. Смотрите, какая пухлая. Ой, там петух. Это петушок такой интересный. Красавец, с таким красивым хвостом. Ой, хорошо им тут, посмотрите, как у них тут классно. Зелень, деревья, обалдеть. Всю сетку погрызли хулиганки, вы посмотрите, дырку понаделали. Бродят туда-сюда. Ну вот, мне купили сахарную вату. Жизнь удалась. Ой, очень много людей. Мы не пойдем в этот парк-зоопарк. Я сейчас сторонюсь большого скопления людей, чтобы не подхватить какую-нибудь простуду, инфекцию, в общем. Вирусяку какую-нибудь. Сезонную вирусяку. Не хочу подхватить. Вот, да? Вы слышали этот кашель? Всем привет! Так, и снова здрасте, это я уже накупалась. Сегодня я буду умнее. Сегодня я надела пижаму теплую, а не ночнушку, потому что сегодня опять ждет нас холодная ночь. Вот. Отопления тут, ну, централизованного нет, только подогрев пола. Вообще дом у нас холодный, я так поняла. Он пропускает тепло летом, то есть внутри жарко. И, значит, зимой... И осенью, соответственно, в холодное время года
Ну вот как на семи ветрах живешь. Вот такое вот. Топишь дома, а такое ощущение, что отапливаешь улицу, потому что все равно как-то зябко немножко. Ну ладно, будем теплее одеваться. Так будем выходить из ситуации. Я приготовила обещанный пирог. Так что он в кадре не помещается. Я покажу потом отдельно тогда его. Так, это рецепт у нас яблочного. Помните, недавно на канале был рецепт песочного яблочного пирожка. Это такой же, но с малинкой. Не то чтобы я жирую прямо из малинки пирог. Просто она была никчемная какая-то. Вот, кислючая мы ее... Ну, что ты делаешь? Кислючая мы ее не хотели, в общем, есть. Она лежала, лежала. И чтобы не как-то не, ну, не испортилась, не завалялась, я решила, что на пирог она подойдет, сахаром посыпать. И чай у меня из кружки моего мужа. Помните, у нас было две. Винни-Пух, пятачок. Винни-Пух остался, пятачок разбился. Так грустно звучит. Пятачок разбился. Ложись, ложись. Ложись. Люсёк не может никак улечься. Что ты не можешь улечься? Ложись. Что ты такой тревожный сегодня? Он меня преследует целый день сегодня. Ариха возле мужа держится. Ну, он теплый, она из корыстных целей держится возле мужа. Так, давайте попробуем. Аромат, конечно, у нее потрясающий, у этой малины. Немножко с такой, знаете, пикантной кислинкой. Вот, пикантная кислинка в нем присутствует. Это даже хорошо. Так, пью я чай с молоком. Если кто не знал, что бывает чай с молоком, бывает. Не только кофе, но и чай пьют с молоком. У нас сегодня два в одном. И влог-прогулка, и мукбанг, и все вместе. Обожаю вот это тесто рассыпчатое. Мне как раз подписчица написала, что она в этот же момент готовила со смородиной пирог. Такой же, наверное, из теста тоже рассыпчатого, но со смородиной. Со смородиной тоже вкусно. Погуляли в удовольствие, погуляли прям с наслаждением. Нас вообще сейчас такой, знаете, романтичный период, романтический в отношениях. Потому что как раз развитие наших отношений приходилось на холодное время года, то есть на осень, на зиму. То есть у нас осень и зима ассоциируются вот с началом наших отношений. Вначале обычно там все у всех прекрасно, чувства через край бьют. И вот сейчас опять эта ностальгия нахлынула, опять вот как будто бы мы возвращаемся в то время. А вот. И вообще мне очень понравилась эта погода. Я, наверное, соскучилась по нашим российским свежим денькам. Жара меня задушила. Это, конечно, хорошо, когда лето длинное. Идеально, наверное, жить все-таки в умеренном климате. Это было бы хорошо, потому что жара тоже душит, дурманит. Летом вот даже просто выйдешь куда-то, там элементарно в магазин, там в парочку магазинов зайдешь, куда тебе надо, что тебе надо там купить. Или еще, не дай бог, на рынок поедешь. Так это вообще... И приходишь, и просто вот, ну, никакой. Все, хватает силы только душ принять, попить холодненького и упасть на диван, и сидеть неподвижно, ждать, когда придут силы. Хотя ничего не делал. Да, еще дома там дел куча. И не гулял, можно сказать, да, и не развлекался, и домашними делами не занимался. Просто в магазин вышел по нужде, уже пришел какой-то весь... Вот, жареный, пареный. Поэтому умеренный климат это, наверное, хорошо.
Когда постоянно серость, это тоже, конечно, наверное, очень угнетает и давит на психику. Хотя, скорее всего, я так подозреваю, что люди привыкают ко всему. Это только со стороны, мне кажется, может казаться, что где-то лучше, я туда хочу, вот где там этот человек живет, я тоже туда хочу, посмотрите, как у них хорошо. А на практике ты переезжаешь, живешь, и в какой-то момент тебе кажется, что ты всегда тут был, и ничего особенного. То есть все то же самое, что и на предыдущем месте, где ты жил. Я когда вечером выхожу за продуктами, например, тут такой большой перекресток, приходится достаточно долго ждать, пока зеленый свет загорится. Ну и уже обычно в это время такие немножко сумерки опускаются, еще не темно, но сумерки такие опускаются. Вдалеке гора такая в тумане. Я стою, жду, все вот это вот в тумане, легкой дымкой подернуто. И у меня часто возникает такое ощущение, как будто я в Воронеже, и я иду из Пятерочки домой с покупками, понимаете, с продуктами. Вот такое вот у меня ощущение, прям один в один. То есть пространство ощущается точно так же. Ты не чувствуешь, что ты где-то в другом месте. Может быть, первое время у человека после переезда есть вот эти эмоции, а потом абсолютно все то же самое. Все становится таким же привычным, все становится таким же вот каким-то. Замыливается взгляд, да, уже ничему не удивляешься. Поэтому, да, это такой момент интересный. Если переезжать не ради там отношений или перспективы какой-то заработка, а вот ради какой-то мечты, да, потому что ну, вот бывают же люди, которые просто влюбляются в какую-то страну чисто так заочно и думают, что в ней будет классно. Такое тоже бывает, очаровываются. Это совершенно нормально, это вообще ничего странного нет, что кто-то может очаровываться какой-то страной, климатом, например, страны какой-то другой, природы и так далее. Вот, если именно ради этого меняешь свою жизнь, переезжаешь, то потом, наверное, в определенной степени разочаровываешься, потому что слишком, как бы, мы быстро ко всему привыкаем. Ты потом уже просто перестанешь замечать. Да, например, некоторые мечтают о вечном лете круглый год, чтобы куда-нибудь переехать. Потом перестанешь уже замечать. И будешь скучать иногда по снегу, и по желтой листве, и так далее. Вот. Поэтому ради цели переезжать, да, окей. Ради мечты какой-то, влюбленности в какое-то другое место, не факт, что оно того стоит. Но это чисто мои такие думки. Может быть, я не права. Иногда я думаю, что надо жить порывом. Просто сейчас захотелось, сделала. Ну, разонравится, сделаешь по-другому. Ничего страшного. Может, и так надо. Ой, время сколько наболтала. Ладно, буду закругляться. Встретимся с вами в новых видео. Эти два выпуска не были суперсодержательными, но их целью было просто передать какое-то настроение, передать эмоцию, дать вдохновение кому-то для того, чтобы прожить свой день. Да, цените свои дни, не пропускайте их, замечайте их. Вот. Вот что я хотела сказать. Люба сегодня философ. В общем, я такая типа оправдалась в конце, что это два выпуска последних были сняты просто для атмосферы, для настроения. Кстати, напишите, как у вас настроение, как у вас дела, что сейчас происходит в вашей жизни. Вот. Ну, а я в следующих видео расскажу, как дела, что происходит. Всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. И пока-пока. До встречи в новых видео.